С понедельника, 27 июля, запрещен промышленный лов лососей на 6 участках в районе реки Ола для пропуска рыбы на нерестилище. По данным специалистов регионального департамента рыбного хозяйства, не оправдался прогноз по объемам подхода горбуши в реке. В частности, в крупнейшую нерестовую реку материкового побережья Охотского моря – Ола. Также со следующей недели расширен режим проходных дней, установлены дни пропуска – понедельник, вторник, среда, четверг – на акватории, прилегающей к Кольскому побережью. Напротив, нерестилище на реке Яма заполнены горбушей. Комиссией по рекомендации Магадан-Неру принято решение с 27 июля сократить количество проходных дней в акватории Ямского лимана, а также на реке Яма, установив два дня пропуска – вторник и среда.